Ребята, приветствую на моем канале, добро пожаловать. Если вы не хотите, чтобы кто-либо видел всю историю покупок приложений, хранящихся на iPhone, тогда вы попали по адресу, так как в такой ситуации есть выход. И сегодня мы разберем, как на iPhone удалить историю покупок в App Store. Друзья, буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, зацените видео лайком. Ну что ж, готовы? Тогда погнали! Сразу же хочу отметить, что удалить историю покупок в App Store на iPhone, к сожалению, у вас не получится, так как это противоречит самой сути учетной записи Apple ID. А именно, Apple ID позволяет загружать приложение пользователю, не заставляя его платить за них заново. Однако историю покупок в App Store на iPhone можно скрыть и не показывать в списке загруженных. Что для этого нужно сделать? Первое. Открываем App Store. В правом верхнем углу кликаем на свою аватарку, дальше переходим в раздел покупки. И здесь находим приложение, историю покупок которого вы хотите удалить с iPhone. Например, вот это приложение, и делаем свайп влево. После этого нажимаем скрыть. Таким образом, мы скрыли историю приложения на iPhone с App Store. Друзья, что происходит, когда вы скрыли историю покупок приложения на iPhone? Первое. Приложение больше не отображается в списке покупок в App Store на вашем iPhone. Оно также не будет отображаться в покупках членов семьи, если вы использовали функцию «Семейный доступ». Но, а как же вывести приложение из скрытой истории покупок? Все очень просто. Опять же таки, заходим в App Store, в правом верхнем углу кликаем на свою аватарку и заходим в свою учетную запись Apple ID. При необходимости проводим аутентификацию. И здесь ищем раздел «Скрытые покупки». После этого нажимаем «Показать». И таким образом мы опять же таки открыли приложение, и оно сейчас доступно в истории покупок на iPhone. Друзья, ну что ж, таким образом сегодня мы разобрались, как на iPhone удалить историю покупок в App Store. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Есть вопросы, пишите в комментариях. Также не забываем поставить лайк под видео. Подписаться на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик. Ну что ж, всем желаю удачи и пока-пока!